Всем привет! Это небольшой обзор док-станции для Mac Mini на чипе M1. Называется Hagibis MC25 Pro DP с AliExpress. Проверим, как работает. На задней стенке находятся два порта USB-C для подключения к Mac Mini, а также DisplayPort для подключения к монитору. Спереди находятся два порта USB 3.0, один порт USB 3.1 Gen 2, карт-ридер для карт TransFlash и SD-карт, а также еще один порт USB-C для подключения устройств. Во внутренний отсек имеется возможность установить диск SATA 2.5, либо накопитель M2. Возможно также их одновременное использование. Но важно отметить, что при одновременном использовании требует подключения обязательно обоих кабелей USB-C к Mac Mini, иначе питания может не хватать и жесткий диск будет периодически отваливаться. Также два USB-C порта нужно подключать, если вы планируете использовать DisplayPort. С установкой накопителя M2 не возникает никаких сложностей, достаточно убедиться, что накопитель хорошо встал в разъем, и установить резиновый фиксатор, который идет в комплекте. Держится он довольно хорошо и вряд ли выпадет. К сожалению, накопителя формата 2.5 нет, и скорость работы я проверить не могу, но скорость работы накопителя M2 я проверю обязательно, чуть позже выложу в видео. Давайте проверим, как будет работать. Самый первый тест – тест скорости работы встроенного накопителя Mac Mini. Хороший результат, но это и не удивительно. Следующий тест – самый интересный. Тест накопителя, установленного внутри Hagibis. Это накопитель Samsung 970 EVO Plus. Проверим, какая будет скорость. Очень неплохо, приятно удивлен, это даже больше, чем производитель обещал на своем сайте. Внешний жесткий диск SATA USB 3.0, подключенный к портам Hagibis USB 3, USB 3.1, а также к порту Mac Mini USB 3.1, везде показал примерно одинаковую скорость. И последний тест скорости работы кардридера.